8 сентября в Подмосковье губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей семьей посадил сосну, тем самым дав старт акции «Наш лес, посади свое дерево». Уже на следующий день, 9 сентября, в Лыткарине глава города Евгений Серегин принял эстафету от губернатора и вместе с воспитанниками секции детской верховой езды КСК «Созидатель» посадил 3 клена в микрорайоне Петровское. Сегодня берем пример с нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Начали эстафету сегодня посадки деревьев. В данном случае это парк микрорайона номер 6. Соответственно, хочу сказать, это первый день нашего старта эстафеты. То есть мы продолжаем завтра, мы продолжаем послезавтра. И главный день 13 числа. 13 числа, как определил губернатор. Хочу сказать, что у нас 13-й день города. Прежде всего, приглашаю всех жителей города Лыткарина прийти на День города. Но начнем мы День города с посадки деревьев. Напомним, акция «Наш лес, посади свое дерево» пройдет 13 сентября во всех муниципальных районах. В акции примут участие звезды эстрады, олимпийские чемпионы, политики и общественные деятели. Ожидается, что за один день будет посажено более миллиона деревьев. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Лыткарин».